А, новичок. Итак, чего ты хочешь? Рому или чего-нибудь покрепче? Что у тебя? Я могу продать тебе все, что нужно пирату для жизни. Я хочу чего-нибудь покрепче. Я вижу родственную душу. Я и сам люблю экспериментировать. Хорошая выпивка должна быть чистой, крепкой, а глотку продирать как же тягать. Такое не часто встречается. Но я слишком много болтаю, а ты хочешь выпить. Вот мой собственный рецепт. Тебе понравится. Я называю этот напиток «быстрая селедка». Впечатляет. Это точно. А тебе не встречались рецепты напитков? Если встретятся, обязательно расскажи мне. Хочешь еще? Что тебе приготовить? Дай мне быстро. Злой напиток. Эй, ты! С нами, все было бы по-другому. Получай. Ах, словно жидкий огонь. Я готов учиться. Мне больше нечему учить. Мне больше... Пойди туда, сделай это. А сам ты что-нибудь делаешь? На что это ты намекаешь? Да, моя работа здесь самая важная. Я обучаю своих людей. Я делаю из них лучших и самых отважных бойцов, которых когда-либо видели эти воды. Но они не из тех, кто продает себя по дешевке. За свой труд они получают порядочный куш золота. А меня ты можешь чему-нибудь научить? Конечно. Я могу улучшить. Я... Мне больше... Если ты хочешь стать еще лучше. Можешь отправить... Что ж, спасибо. Thank you.
там ничего нет. Там ничего нет. Ага, кажется, я кое-что нашел. Ничего нет.
Да что он об этом знает? Это давно известно. Я тоже... Ты можешь отвезти... Нет, приятель. Сейчас я никуда не поплыву. Он действительно сказал это. Этого я тебе сказать не могу. Я полностью с тобой согласен. Эй! Разорву тебя на куски. Стой, трус! Из этого не выйдет ничего хорошего.
ничего нет. Нечего взять. Там ничего нет. Из этого не выйдет ничего хорошего. 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 Там ничего из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет.
Из этого не выйдет ничего хорошего. Там ничего нет. Нечего взять.
Нечего взять. Что ты здесь делаешь? Что я здесь делаю? А что ты, черт возьми, здесь делаешь? Я уехал в самую безлюдную часть острова, потому что искал покой. Гражданская война, бандитские набеги, нападение орков. Мне надоело все это безумие, так что я решил оставить его за своей спиной. Здесь, конечно, тоже встречаются орки, но совсем немного. А вот люди, хвала Иносу, здесь не появляются. Вернее, до сих пор не появлялись. Я ищу каменные таблички. Тебе они не попадались? Да, у меня есть пара табличек. Но я тебе их не отдам. Это единственное, что у меня есть почитать. Конечно, полностью написанное на них я не понимаю, но некоторые тексты уже расшифровал. Как ты здесь живешь? Я все сделал сам. Дом, оружие, инструменты, все. Единственное, что я привез с собой, хорошее настроение. Иногда, правда... Да. Иногда я жалею, что не взял с собой одежду. Я не умею ни шить, ни дубить кожу. А ночами в этой части острова бывает довольно холодно. Как ты здесь жив? Да. Я принес тебе... Правда? Давай... Эй, ты! Ну и удар у тебя. Получай, грязная... Получай, грязная тварь! Ага, кажется, я кое-что нашел.
Получай, грязная тварь! Я активировал еще один телепортационный камень. Дай мне следующий фокусирующий камень. Конечно, пожалуйста. Вот несколько золотых монет.